Но он, у него две площадки у нас в области. В двух районах, да? Да, в двух районах. Площадок больше, а он работает. Поздравляем! Пока ваша продукция уходит с колес, и вы можете увеличить и в два раза, и в три раза, все равно вы уверены, что пойдет это с колес. Не боимся. Да. Хорошо. 12-13 года непростые с точки зрения увеличения инвестиций. Показатели экономики в целом по стране не показывают. И я хочу сказать, что они без какой-либо существенной государственной поддержки, наша поддержка на социальную подорогу. Землю дали все-таки, ну, да, на слушайте, да, и вот налог, да, стандарт, да. Это стандартный налог, который есть в регионе. А так они, у них кредитование, оно автоматическое. И надо получать субсидии. Нет, субсидии получают. Получают, да, но это вообще основание. Получают основание, да. То есть у них нет никаких специальных условий. Нет. То, что они выбрали Тульскую область, для нас это большой плюс, и мы заинтересованы в том, чтобы они здесь чувствовали себя комфортно. Спасибо. Для нас это важно. Я согласен. Могу вас даже поздравить, Владимир Сергеевич, потому что мне особенно можно и не рассказывать. Во-первых, я читал, хотя не скромно с моей стороны, я о вас читал. Спасибо. Все прочитал, что есть легальные части, нелегальные, там криминальные, правоохранительные. У нас? Ничего нет, да. Господи. Во-первых. А во-вторых, вижу очень современный комплекс, могу сравнивать с другими. Очень современные предприятия. Если не медали дать, но поблагодарить уже можно. Спасибо вам большое. Я могу пригласить тебя. Ну, мне кажется, что чувствуется здесь красота, может быть, самой Тульской области. И особая, как сказать, любовь губернатора к этому проекту. В общем, очень симпатично, правда. Не знаю, я впечатлен. Не могу до конца сформулировать, почему. Но выглядит очень симпатично и перспективно. Если спасибо. Будете дальше развивать... Ну, договорились, будет, такой же ну, вам виднее, конечно, да. Сколько нужно, какие должны быть мощности. Мегакомплексы, они хороши, но во всем должна быть мера, конечно. Да? Нет, вам виднее, не нам советовать. Нет, мне гигантоман. Поздравляю. Спасибо вам за службу Отечеству, агропромышленному комплексу Тульской области и всей Руси. Да, остальные, вот они 50-50, да, вот сейчас мы переходим. Ну, там тоже содержите, да? Да, частично. Да, есть, но вот сейчас еще, мы фактически, вот, еще родильное отделение сейчас будем построить. Владимир Витальевич, так, оцениваете. Вы выдержите конкуренцию? Неплохо. Что значит неплохо? Конкуренцию-то выдержит? Обостряющуюся? Пока держит. В общем-то выйдет. Я даже и не сомневаюсь. А почему? Молоко у вас поскольку покупается? Нет, нет. У нас себестоимость, у нас молока около 9 рублей. Вот в этой ситуации около 9 рублей. Покупают, если мы частично молочному заводу даем где-то по 16-17 рублей. И, да, но и в то же время мы сами перерабатываем. Мы выжили только за счет переработки своей переработки. У нас где-то 20 тонн в сутки. Мы можем перерабатывать молока, мы это молоко и перерабатываем. Нам и Тульский молочный комбинат у нас хороший, развиваются. Владимир Сергеевич, уважаемый, я, к сожалению, наверное, должен сказать, что впервые в качестве министра сельского хозяйства на Тульской земле, но то, что я уже успел увидеть, понятно, что это фрагменты, отдельные примеры, производят хорошее впечатление. Хотя не могу сказать, что это такое самое-самое современное,
Но если говорить о комплексе по развитию производства мяса индейки, то это мировой класс. Молочное производство, молочный комплекс, такой развивающийся, модернизирующийся комплекс, который пытается идти в ногу и успевать в условиях обостряющейся конкуренции. Ну, думаю, что такого рода примеры, пилотные и не пилотные, а адаптирующиеся к новым условиям проекты для наших реальностей, вполне вписываются в то, что является предметом государственной поддержки в госпрограмме развития сельского хозяйства. И хочу вас как губернатора поддержать, потому что наша задача такая, не комплименты раздавать, а поддержать, отметив, что по динамике роста государственной поддержки из федерального бюджета Тульская область по развитию АПК не может жаловаться. Это рост из года в год заметный, особенно по этому году мы будем еще увеличивать эту поддержку. Мы даем больше денег по нашему соглашению с федерального бюджета. Тульская область, на самом деле, нуждается в существенной поддержке. Но если вы сами будете увеличивать приоритетность в поддержке этой отрасли, промышленного комплекса, а это половина населения Тульской области, то могу гарантировать, принципы у нас такие, одобренные руководством страны, чем больше регион вкладывает своих средств, тем больше мы и адекватно будем на это реагировать, пропорционально, симметрично, и вы можете существенно увеличить федеральную поддержку, если будете продолжать вот такое приоритетное внимание в своей политике агропромышленному комплексу. Поэтому я бы сказал, что в некотором смысле мяч на вашей стороне, мы заинтересованы в развитии АПК Тульской области, мы заинтересованы в том, чтобы сельское население чувствовало себя во всех отношениях уверенно и перспективно. Возможности для этого есть, проекты есть, у вас идеи есть. Поэтому давайте мы обсудим более подробно и детально все эти моменты, нюансы, как нам консолидировать и ресурсы, и усилия для того, чтобы добиваться большего. Да, во-первых, спасибо большое за визит, он для нас очень важен. Во-первых, всегда мнением и выработка совместных решений. Хочу сказать, что мы область по сельскому хозяйству, по области есть еще хорошие перспективы. И здесь, конечно, я хотел попросить вас, знаю, что правительство России внесло в Государственную Думу проект изменения налогового кодекса об использовании земли сельскохозяйственного назначения и увеличения ставки налога. Я думаю, что для нас это очень важно, потому что более 500 тысяч гектаров пока, к сожалению, еще земельного сельскохозяйственного назначения не используются по назначению. И нам вот этот вот инструментарий, поддержка Федерации в виде именно такого инструмента крайне необходима. Если в этом году это решение будет принято, уверен, что тут скоро сможет дать существенно лучшие показатели как по зерновым, у нас есть потенциал, существенный потенциал, так и по развитию всех остальных отраслей. Я бы здесь и вас попросил подключиться к этому делу, чтобы побыстрее закон был принят. Вы недавно из депутатского корпуса, у вас там много друзей и коллег в Государственной Думе, есть депутаты от Тульской области, поэтому поставьте перед ними эту задачу как приоритетную, да? Потому что там все равно есть очередность прохождения законопроектов, а тема очень актуальна, которая позволит существенно увеличить эффективность сельского хозяйства России, если мы действительно приблизим появление настоящих хозяев, которые обрабатывают землю. Сегодня слишком много там паразитов появилось. Спасибо большое.